А мы с Анной приехали в это легендарное место, где снимали знаменитый сериал «Игра престолов». И Анна нам немного расскажет как раз об этом удивительном месте, об этой бухте. Да. Этот островочек называется Овечий остров. А когда здесь были съемки «Игры престолов», да, этот пляжик был закрыт. И здесь можно было наблюдать интересные сцены. Корабли были в океане, да, это, соответственно, сражение Серсеи и Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. И потом Джон Сноу здесь выходит из воды, да, то есть полностью они были разбиты, и вместе с Варисом они здесь выходят из воды. А можно я добавлю, что Анна лучший гид на всю Англию, просто, друзья, самый-самый лучший гид. Если у вас будут вопросы, я оставлю ссылку там и сообщу вам, как можно будет найти Анну, потому что лучше вы не найдете.